несмотря на то, что это было 8 лет назад, я очень отчетливо помню этот день. Это была весна, и у меня было очень стойкое решение сменить прежнее место работы. И я помню даже свое собеседование, помню руководителя, с которым мы пообщались. Собеседование прошло очень легко. Я была принята по первому собеседованию даже без доп. Заданий. Основное мое направление, конечно же, это налоги, это консультирование в области налогообложения, это судебное представительство. Это очень большой круг вопросов по досудебному регулированию налоговых споров. Но в последнее время все чаще мы сталкиваемся с вопросами, связанными с безопасностью бизнеса. Вопрос, связанный с рейдерскими захватами, он до сих пор актуален у нас в России. Нередко нам удается предотвращать подобные попытки рейдерства, и мы участвуем в проектах по защите бизнеса клиентов. Нередки случаи, особенно в последнее время, когда именно топ-менеджмент становится источником проблем бизнеса. Это в том числе утечка информации. На сегодняшний день в России нет такого закона, который бы действительно позволил защитить компанию от утечки контактов и информации баз данных, которые она владеет. Да, у нас есть понятие коммерческой тайны. Мы можем ввести это положение внутри компании. Но, к сожалению, этот механизм не позволяет на должном уровне защитить бизнес. Есть ситуации тушения пожаров. С этим мы тоже работаем. Но все-таки мы клиентов ориентируем на то, чтобы они работали на опережение. И вот здесь нужен консультант. К сожалению, в России консультанта воспринимают как специалиста, который решает задачи в пике проблемы. То есть обращаются только тогда, когда возникает проблема. Компания КСК на протяжении уже многих лет пытается донести до бизнеса, что проблему надо решать заранее. Мне очень нравится результат. Я такой спортивный человек в этом плане. Мне очень интересно, потому что клиент приходит с какой-то проблемой, это просто вот клубок, да, связи, эмоций, договорных отношений, все пропало. И вот здесь очень важно из всего этого получить тот результат, который нужен клиенту. Как правило, это заключается в том, чтобы, в общем-то, выиграть его спор, либо отстоять его позицию, сформировать для него позицию, возможно, с которой он в последующем будет уже идти дальше. We'll be right back.